Мэр Магадана Юрий Гришан поздравил выпускников с последним звонком. В этом году из-за ситуации с пандемией мероприятие проходит в онлайн-режиме. Дорогие выпускники, сегодня особенный день. В последний раз для вас звучит школьный звонок. Одновременно и грустное, и радостное событие. К сожалению, в этом году из-за ситуации с пандемией мероприятие проходит в онлайн-режиме. Но пусть это не омрачает праздника. Начинается новый, серьезный этап в вашей жизни. Сегодня на сайтах школы в соцсетях демонстрируют фильмы о выпускниках и их достижениях, а преподаватели записывают видеообращения с напутственными словами, поздравляя школьников с окончанием обучения. Пусть ваш путь будет счастливым. Пусть сбывается все, о чем вы думаете. Не забывайте свою школу. Не забывайте своих учителей, они вас любят. И в это сложное для нас с вами время мы можем представить, как бы прошел этот последний звонок, как бы прошел этот выпускной вечер. Вы всегда будете с нами. Всего в этом году 620 выпускников в Магадане закончили 11 класс и 1106 ребят 9 класс. Дорогие выпускники, вот и заканчиваются школьные приключения. Вот и пролетели 11 лет, которые внесли огромный вклад в жизнь каждого из нас. Мы получили не только обширные знания, но и богатый жизненный опыт. Мы всегда будем помнить тысячи интересных историй и необычных открытий. Мы всегда будем помнить плечо товарища, вовремя подставленное. Да, были неудачи и разочарования, но они принесли нам опыт. Поздравления главы города, учителей и выпускников смотрите после программы «Магаданское время» в 20:15 на телеканале МТК-Видео.